телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает о том, что муниципальный театр «Камерная сцена» откроет 30-й сезон премьеры спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова. Премьера состоится в субботу, 23 сентября в 18:00. Жанр спектакля театр обозначил как «летнее наваждение». На сцене один день из жизни маленького таежного городка. Кипят страсти, все влюблены друг в друга. В этот фантастический летний день никто не хочет верить, что все пройдет и ничто более не повторится. Не первая любовь, не время, не эпоха начала 70-х. Так анонсировали спектакль представители театра. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о том, кому положена выплата на ремонт жилого помещения. Она полагается инвалидам первой и второй групп, а также инвалидам, имеющим третью степень ограничения передвижения. Для получения выплаты в соцзащиту по месту жительства нужно предоставить заявление, паспорт и его копию, документ, подтверждающий инвалидность, подлинник и копию индивидуальной программы реабилитации СНИЛС. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей. Администрация Куйбышевского района Самары в телеграм-канале сообщает, что самый эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Пройти ее можно в любом прививочном пункте. На ресурсы раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией. В первую очередь вакцинация показана маленьким детям, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной системы.